Тебе чего? Добавить огоньку в серые будни или есть какая фантазия? Поможем исполнить любой каприз. Я ищу один клуб. Двор Алой Королевы. Я бы советовал начинать с чего-нибудь помягче. Рекомендую бар «Лизис» в Кабуке или «Облака» в Джапантауне. Мне нужен адрес. Этот адрес знают только избранные, понимаешь? А если ты его не знаешь, тебе там не будут рады. Привет от Игоря. Нет уж, нахер! Я с этим завязал. Так что можете дружно от меня отъебаться. Бля. Привет, Нил. Отвали. Спокойно. У меня всего один вопрос. Здесь смотреть нечего. Кому сказали? Уматывай. Оставьте меня в покое. Все равно я не буду сотрудничать. Ну давай. Двор Алой Королевы. Дай нам адрес, и мы уйдем. Да, да, как в прошлый раз. А потом ко мне пришли, переломали все пальцы. Это было без меня. Сейчас я здесь, и я обеспечу тебе защиту. Если кто спросит, мы нашли адрес в кармане у мертвеца, выловленного из бухты. Ладно. Клуб находится за чертой города, у реки. Район Бонита-стрит. Ты там был? Я туда доставлял товары. Иногда привозил рабочих. И вообще не знаю, чего вам там разнюхивать. Клуб пустой. Закрыли лавочку. Закрыли? До смерти мэра Райана? Или после? Вроде сразу после. Спасибо, Нил. Охуенно везет. Ну и ну. Расследование сдвинулось с мертвой точки. Выглядит перспективно, но я бы еще заглянул на рынок. Рынок? К женщине, у которой работал Хорват. Я тебе говорил о ней. Не стоит бросать этот след. Ну ладно, проверим этот твой рынок. На моей машине поедем? Встретимся там. Как угодно. Мне кое-что нужно. Кое-что? Выкладывай, чего мнешься?